Сегодня, 25 декабря, в Михайловском районе Волгограда на трассе Р-22 Каспий случилось ДТП с участием 4 автомобилей. Погиб водитель одного из них. Приблизительно в 11:50 на 780-м километре трассы Р-22 Каспий столкнулись 4 автомобиля. Мерседес с полуприцепом, МАЗ с полуприцепом, Peugeot 308 и ВАЗ-2112. К сожалению, 58-летний водитель Peugeot умер на месте ДТП. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа отдела МВД России по городу Михайловке.